Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Баудика – царица племени икенов, живших в Восточной Англии. После смерти ее мужа, князя Прасутага, в 61 году нашей эры римляне захватили ее княжество, и Баудика возглавила восстание против римского владычества, захватила Кочестер, Лондиниум и Вируламиум, но вскоре потерпела поражение от британского наместника Светония Паулина и покончила с собой. История Баудики рассказана Тацитом. А вот что написано в Британике. Баудика была древней британской королевой, которая в 60 году нашей эры возглавила восстание против римского правления. Муж Баудики, Прасутаг, был королем иценов на территории нынешнего Норфолка в качестве клиента под римским сюзеренитетом. Когда Прасутаг умер в 60 году, не оставив наследника мужского пола, он оставил свое личное состояние двум своим дочерям и императору Нерону, надеясь таким образом заручиться покровительством императора для своей семьи. Вместо этого римляне аннексировали его королевство, унизили его семью и разграбили вождей племени. Пока губернатор провинции Светония Паулин отсутствовал, в 60 или 61 году Баудика подняла восстание по всей Восточной Англии. Повстанцы сожгли Камуладуном, Вируламиум, рынок Лондиума и несколько военных постов. Согласно римскому историку Тациту, повстанцы Баудики вырезали 70 тысяч римлян и проримски настроенных бриттов и вырезали на куски римский 9-й легион. Паулинус встретился с бриттами и вернул провинцию в отчаянной битве. После своей потери Баудика либо приняла яд, либо умерла от шока или болезни. Ну вот так о царице племени икенов Баудика. Пока-пока, до свидания.